потрясающий подкат от центрального защитника Минска, Павел Сисько. Опять же, не решается Павел на то, чтобы обыграть, он играет намного проще, и я думаю, что это один из лучших вариантов. Команда не теряет мяч, и классный сброс, Хващинский! Недавно сказал про Владимира, и то, что он забьет победный гол, и Владимир забивает. Этот гол должен помочь Владимиру, ему нужно нащупать уверенность в себе. Не точно, Владимир почувствовал, да? После забитого мяча он совершенно по-другому играет, практически не ошибается, очень вовлечен, получает мяч Хващинский. Хващинский хотел убрать под себя, и что, пенальти? Да, пенальти! Хващинский, удар, и очень уверенно Владимир забивает. Дубль от Вовы. Кажется, его Дзеня называют. Слева вот как раз он играет. Хорошую подачу делает. И это ошибка Макарчика. Спиной, даже не головой, забивает. 20-й номер ФК Минск. Ну, это прям курьезный гол. Игнат Пранович забивает мяч. Спиной.